Три земельных участка под строительство детских садов в Удмуртии передадут инвесторам. Соответствующее распоряжение подписано руководителем республики Александром Бричаловым. Согласно документам, земельные участки организации получат в аренду без проведения торгов. Так, в Воткинске на улице Тихая построят здание дошкольной организации с группами для детей до 3 лет, с пищеблоками и прачечной. Такой же объект появится в поселках Игра и Болезино. Отмечается, что для оформления договоров аренды организации должны будут обратиться в местные администрации. 27 октября в 10 часов в детской школе искусства номер 2 пройдет очередное заседание клуба «Я – родитель». Будут затронут вопрос об административной и уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. На заседании родителям также расскажут о реализации социального проекта «Закладчик. Другая сторона». Будет показан фильм на эту тему. Сотрудник следственного отдела расскажет о профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На тему «Ранние признаки острого нарушения мозгового кровообращения» с родителями поговорит детский невролог. 25 октября в городе Воткинске открылись первые городские юношеские игры боевых искусств. В первый день игр юноши 2004-2006 года рождения и младше состязались в борьбе дзюдо. В этом виде единоборств приняли участие воткинские спортсмены, а также спортсмены из села Первомайская, Большая Кивара, Шаркан, Ува. Всего в состязании принимали участие 82 человека. В копилке воткинских спортсменов 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Тренируются ребята под руководством Александра и Виктора Бобровых.